Может, хватит хлопать? Ага. Ура! А, да, я сегодня с этим. Спустя столько лет и клею видео. Ах ты! Иди сюда, пупсик. О боже мой, есть. Боже мой. Пупсик. Это я клей. Он спустя столько в серии, спустя столько видосов появился. Когда он был последний раз? Я что-то не помню. Ладно. Ура, присядь. Ну что ж. Я чувствую, сегодня будет какая-то жопа. Первым, предскажи будущее. Жопа. Аж подожди, а почему ты садишься? А, все, он сел. Почему? Типа, смотри, я сейчас. Оп. Странно. Ладно, начинаем. Первый. С вами я, Толкани. И последний раунд, не знаю. Кто уже генератор активировал? Боже мой, что происходит? Я аптечку нашел уже, прикинь. Где? На кладбище. О, я ускорители нашел. О, классно. Так, генератор. Оп. Ёп, да ну вас бани, боже мой, что происходит? Так, кто тут у нас? А тут ничего не залутали. А чё клей стоит? Клей нафиг. На столе ничего не залутали. О боже мой. Так, здесь у меня топорик, классно. Так, я еще один генератор. Пятый генератор. Вот где-то тут был. Тихо, оп, аптечка. Сделай потише, ой-ой-ой. У тебя прям там кошмар какой-то. Подожди. А клей только что рядом со мной пробег. Вот он, боже мой. Эй, братан, привет. Как жизнь все? Ром, прибеги на кладбище. Так он там. Да он вообще застрял, он вообще тупой. Реально, он застрял, он меня видит, но... Если он придет, то это на твоей сторонке, понял? Угу. Я сейчас сам попробую. О, здорово. Это что? Беги! Бегите, Даня! Беги! Как же я обосрался! Боже мой! Боже мой. Он тут... Так, все. Остался Ким, да, у нас? Я. А, ты жив? Да. Я думал, ты сдох. О, здорово. Тут сдох, и получается Денчик. Так, все, я полетел за вами, наблюдаю. Капец! Так, я сейчас сделаю. Подожди. Господи, что я делаю? Так, я сейчас возьму. Так. Медлительность. Где тут зелье невидимости? Давай, Рома, ты сможешь. О! Красава, так. Тут Кинг, у него тотем. Это ловушка. А где это? Да это тварь где-то, я не знаю. Только вот, кстати, мои предметы. Так, давай командный блок заберу. Фу, это прям какой-то кошмар. А еду заберу. А. Еда мне надоела. Ёптить, да вы задрали. Так. О, просто изи катка. Остался, получается, выжил Рома и Кинг. Отлично. Сел за бочку. Ну что ж, второй раунд. А, так, в этот раз я здесь, да? Опять я рядом с кладбищем. Опачки, ага, а этот? Да, что? Этот. Ой, тут я тотем уже нашел. Это черт, как его там. Забыл, как его зовут. Опа. Так, Ром, подожди, ты где? Я в тюрьме. В принципе, понятно. Кто здесь? Окей, ручка. Нормально. А мне? А тебе нет? А мне погода. А где тварь? О, это что за дорожка? А вот именно, я сам не знаю. Кто это все стоит? О, что тут? Так. Артур прискал. Какой-то чел, Леонид Котик, Федор Крабуков. Петя. Так, вы, ребят, этого не видели. Леонид Котик. Что ты меня бьешь, Денчик? Че нужно? Блин, я больше вижу, что тварь сюда прибежит. А я просто... Он мне топорик дал. Никита, знаешь, что? Че? Не, Ром, нельзя. Можно, я разрешаю. Нет, все, побежали дальше. Так, вы все собрались в полицейском участке? Да. Кинг там. Куда?
Моё, моё всё. Убирайте предмет. Подожди, а генератор? Опа, моё! Ё-моё себе замедление. Где эта тварь? Её вообще нету. Давайте побежим. Здесь тут меч. Она вообще здесь где-то? Вот она, ё-ё-ё. Вон она. Она не бежит, да. А вот тут. Я тут прыгну. А здесь так, здесь было это? Кто здесь был? Здесь даже предметы не собраны. А, даже что нет. Роман, держите этот темчик. Где ты? Чтоб ты выжил. Подожди, где? Я вот тут вот. Где? Я вот для дорожки этой. А, сейчас. Я прибегу. Этот какой-то чел. Че? Что тебе надо? Оп, держи, Вы? Держи. Вот. Держи один тотемчик. Что-то видится. Все. Так, эта тварь пока не как не бегает, но сейчас же кто-то. Я пойду финальный ключ возьму. А где эта тварь? В смысле нас двое? А, нет, трое. Да, еще. Подожди. Че, она там? Она возле меня. Вот черт, я просто сейчас не двигаюсь, потому что если я сейчас двинусь, она меня замет, то все. Покойся с миром нафиг. Кита. Окей, эти. Так, я закрою дверь. Так тихо, я ломаю. Давай, ломай, 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 ломай. Я тебя защищаю. Да вот, чуть-чуть его мать. Ой, позову. Блин, что, сразу звонили, у нас одна минута. Если что. Так, эта тварь, вон она вообще двигается? Вон она, вот эта тварь, боже мой, да, ходяк. Подожди, а может это дорожка, как ты ее назвал, может это ловушка какая-нибудь, например? Для этой твари, например. Может там внизу... Чёрт. Ладно. Чёрт. Тихо, тварь. Так тихо. Давай, ломай. Блин, я мне страшно, я не буду к ней подходить. Здорово. Блин, а если к ней ближе подойти? Давай, ломай. Отлично! Просто имба. Подождите, а может нам лучше по эту... Подожди, нам нужна сейчас алмазная кирка. Может нам попробовать, как ты, Рома, еще раз повторяю, назвал это сломать под низом? Только сколько там слоев? Ладно, третий раунд. Ядрить, колотить нафиг. Ладно, окей. Так, погнали быстренько. Так. О, сразу активируем все. Вот так вот. Угу. Так, топорик. Рома пришел, но он ест конфеты нафиг. Классно. Сегодня самая классная запись ролика. Так. Нужна кирка. Сейчас срочно нужна кирка. Что-то... Меч. Так, что здесь? Тут собрали предметы? Да, ну и ептить. Ну это нафиг! Что нафиг? Отдай кирку, дай кирку. Угу, молодец, все. Побежали. Я футбольный мячик. Блин, каш. Ром, можешь, пожалуйста, не шуршать? Хорошо. Все, молодец. Все, ломаем. Ломаем. Это будет долго. Да, это очень будет долго. И сейчас там будет еще два. Ладно. А ломайте. Кинг, давай, помогай мне, топором его, хлебом руби, классно, точно. Хлеб же он как кирпич. Ну, а ты когда мне зарплату дашь? Я не знаю. Ломаем. Может, ты просто прыгнешь туда? Не, ну если я туда прыгну, как бы... Было сломано доски. Ля ты крысова! Тихо. Мани сюда, Денчик, давай, красава! Давай! А я еще не... Имба! Вон она вздыхает! Мы ее убили! Леонид! Кошмар! Вот, блин, Ром, тебя жалко не было! Мы ее убили! Денчик красава! Хорошо поработал! Так это ты все придумал? Да? А мне даже и не... Я специально... А сколько она там? Давайте посчитаем, сколько она там вдыхать будет. Давайте, считаем. Раз. А, нет, уже нет смысла. Что ждем? Я делаю себе курю на запись. Ну, понятно. Ждем. Все? Короче, мы дождались, и все же она сдохла. Это было как-то легко. Да. Я думал, будет сейчас сложнее, и Рома не может бедный зайти. Ладно. Кто это там у нас креатив использует? Кинг, я с тобой потом поговорю. Да. Мы тебе
думал, понял. Ладно, всем удачи, всем пока, ссылка на мой телеграм, там вся информация, я выкладываю моды. Всем, всем удачи и всем пока.